Продолжаем. И что у нее появилась рано или поздно такая пара, как бережная сихрулидзе. И Кристи Сарзе, не знаю, тратит ли. Вирц, конечно, тратит, Канада. Безусловно, Тамара Николаевна огромное количество нервов и на американцев, и на Циммермана, но, наверное, все-таки не такое, как на бережную сихрулидзе. Давно работает Кристи Сержант и Крис Вирц с Мариной Зуевой? Нет, они работают где-то в течение двух последних лет. Но вот я как-то себя немножко чувствую странно вот так вот оценивать работу своей бывшей воспитанницы. И когда и помогала, и как спортсменка она у меня была, занималась танцами на льду. Кстати говоря, она сама из Санкт-Петербурга, родилась именно в Санкт-Петербурге. Потом и как тренер, как старший тренер, и как тренер. И наблюдал ее такие творческие, хорошие находки в программе Ксения Гордеева, Сергея Горенькова. И вот, естественно, как-то задал себе вопрос, а вот чем сегодня моя бывшая ученица порадует? Вот, ну ладно, порадует. Все-таки постановщица может проявить себя целиком, только полностью тогда, когда ее спортсмены исполнят все. И вот у нас, я думаю, с вами, вот именно только сегодня, мы их видели же раньше, создалось впечатление об их программе, вот, и об их сюжете, потому что они все исполнили. Но в Германии этого... тоже очень ничего даже. У них был небольшой срыв там был. Небольшой был срыв. Но и от старта к старту все, видите, они чище. И как-то уже, ну, какие-то нюансы появились от раскрытия музыкальной темы. Я просто хотел сказать, что несмотря на то, что всего лишь... Как за два года Марина Зуева работает с такими спортсменками, такая вроде бы маленькая тёплая женщина, все-таки вдохнула очень много, потому что они именно за эти последние сезон-полтора, и сколько там они выступают под ее началом, они стали совершенно другими. Другой полет.
А вы знаете, важно иметь такой, у нее, может, даже природный такой талант, дарование, что вот внушить любовь к тому, что ты хочешь построить. Вот ты хочешь создать программу под музыку, вот этому спортсменам, вот ну, так их завлечь, в такой степени их и заинтересовать, в такой степени видеть в них своих единомышленников. То есть можно работать много лет и не быть единомышленником. Вот ты в одну сторону идешь, а они тебя в другую сторону тянут. Она вот умеет, вот такой дар, такой дар, вот она умеет. Я как раз задумала, и я донесу. Вот поэтому сроки-то и подготовки сокращаются.